День знаний отметили и в Мурманском Нахимовском военно-морском училище. Правда, торжественная линейка здесь состоялась на плацу, а поздравлял первокурсников не глава региона, а генерал армии Сергей Шойгу. Легко ли попасть в Нахимовку? Расскажем далее. Прежде чем попытаться пройти отбор в Нахимовцы, стоит знать, конкурс в самое северное учебное заведение Министерства обороны — 2 человека на место. Если это не останавливает, то дальше больше. Ребят ждет строгий режим занятий. Родители, которые собрались на торжественной линейке, парни будут видеть нечасто. Возможно, даже реже, чем министра обороны Сергея Шойгу. Он, к слову, к курсантам обратился по видеосвязи. Воспитанники Нахимовских морских училищ – это плеяда военных моряков с наших флотоводцами, командирами кораблей, соединений и объединений, чьи достижения принесли славу Отечеству. А вот командующий Северным флотом поздравил нахимовцев с Днем знаний по-другому, вручил фрагмент броневого пояса легендарного крейсера «Аврора». Поздравляю вас с Днем знаний! Такой реликвии точно будет место, ведь материальная база училища славится своим разнообразием. За плацем, по которому сейчас маршируют курсанты, есть бассейн, крытый ледовый корт, фото, видео и радиостудия, класс робототехники. Напомним, мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища был открыт в 2017 году. В нынешнем ряды образовательного заведения пополнили 80 первокурсников. Всего же в стенах учреждения 7 курсов. В будущем году состоится первый выпуск мурманских нахимовцев.